19 декабря в рамках празднования Дня солидарности азербайджанцев мира состоялась презентация книги «Хроника 2000. Украина-Азербайджан», где высокоуважаемые гости смогли не только ознакомиться с изданием, а и встретиться с авторами основных материалов хроники, задать им вопросы, поучаствовать в дискуссии, узнать о дальнейших планах украино-азербайджанского сотрудничества. На мероприятии выступали высокоуважаемые гости, посол Азербайджана Энула Мадатли, Геннадий Йосипович Удовенко, Шемшиченко Юрий Сергеевич, Анатолий Толстоухов, Павел Мовчан, Валерий Челашвили, Юрий Кочубей, Шестопаев Аркадий, Гусейнов Григорий, Фархад Туранлы, Юрий Буряк. Более того, именно в этот день, на этом торжестве, состоялась премьера фильма «Украина-Азербайджан. О дружбе из первых уст». Эта работа помогла зрителям проникнуться атмосферой дружественных отношений двух братских народов. Из первых уст зрители услышали о событиях, фактах и людях, которые играют важную роль в жизни народов двух государств.